Всем привет! С вами Крис Каем и добро пожаловать на мой канал! Наконец-таки, спустя 2 недели, я все-таки решила доделать свое видео о том, как я ухожу за своими волосами. Я надеюсь, что оно вам понравится. Если у вас какие-то вопросы есть, обязательно пишите мне в комментарии, я постараюсь на них ответить. И, конечно же, если вам понравилось видео, то ставьте ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Приятного просмотра! Итак, самое первое средство, оно же самое лучшее, это репейное масло. Если вы хотите длинные здоровые волосы, то это лучшее, что есть на земле. Наношу его на всю поверхность волос, затрагивая корни. Следующее, это здоровые кончики, потрясающее средство. И наношу я его каждый раз после того, как высушу волосы. Только на кончике. Масло Deep People – это просто идеальное средство для укладки кудрей. Я его наношу после того, как помою волосы, и сразу же после того, как высушу. Следующее – это маска Coco Organic. Конечно же, там содержится кокосовое масло, а оно просто идеально увлажняет кудрявые волосы. Следующее – это маска от корейской фирмы Etude House, которая восстанавливает структуру волос и делает их более здоровыми. То есть это лечебная маска. Итак, следующее – это крем для укладки кудрявых волос с кокосовым маслом. И это лучший крем из всех, которых я когда-либо пробовала. Оно не слишком фиксирует и идеально укладывает волосы. Я наношу сразу же на мокрые волосы, причем совсем чуть-чуть. Сушу, и они лежат просто идеально. И самое последнее, это обычная брызгалка с обычной водой. Ее я использую для того, чтобы немного распушить свои кудри.